Дорогие девушки, девочки, женщины, вас всех приветствую и хотела бы рассказать вам о новом курсе, который состоится буквально в скором времени. Творческий курс, называется он «Яблоневый цвет», будет проходить он с 23 по 25 мая 2023 года. И хочу задать Хамиле вопросы по содержанию данного инструмента, который только недавно образовался через проводника, согласно выданным базам Хамиле и Елены Петрушиной, и, конечно же, мы этот инструмент будем выводить согласно времени, рекомендованного времени, которое сегодня обозначила Хамиле. Лихмиты уже коды, бихмиты масанты маша жукурботы. Я вас всех приветствую, действительно, в каждом времени свои потоки, это очень важный момент созидания, лихмиты машарбашарбаты, это единовременные состояния, которые действительно должны быть использованы бихину машкады во благо человечества, бихину жукурботы, в первую очередь, для женской особи во временной основе. Лихмиты масанты машарбата. Данный уникальный инструмент нового поколения создан не просто так, лихмиты масанты машарбата. Он создан для того, чтобы взрастить качественные жизненные способности энергии нового формата, нового поколения. Лихмиты машарбата, которые дают возможность развивать женскую стать. Лихмиты машарбата. И в этом инструменте определены показатели, такие как бихмиты жукурбота, работа с гормональной системой в первую очередь, лихмиты машарбата усиливает процессы жизненной способности работы систем клеток. Михин масента машхарбашхода. Это создает молодость, это создает здоровье, это создает расцвет качественной формы тела. Дихмиты масента машхармашхада. Также этот инструмент активно по индивидуальным кодам открывает возможность работы в плодности, в зачатии. Бихмит хармош работы, потому как используется ДНК растения, которое очень важно в определенном временной основе. Лихмиты масантимина машурбошхо работы. И этот инструмент таким же образом работает на допуск жизненной способности энергии нового поколения. Бихмиты машурбат раскрывает жизненные, женские, качественные возможные программы, бихмиты журботы и энергии в этих программах для того, чтобы женщина реализовалась в рассвете, в качестве, в проявлении, в эффективном бихмиты журботы коде сонастройки для того, чтобы организовать свою работу. Лихмиты масантимиды машурботы. И, естественно, этот инструмент сложился не просто так именно в этом времени, бихина масанты машурбат, потому что время само по себе бихину курмошурботы дается возможным для того, чтобы максимально включить инструменты, которые на сегодня бихина машарбата особо важны в состоянии показателей бихина масанта машарбата, потому что каждый инструмент уникален. И каждый инструмент бихина курмашухода, он абсолютно несет свою роль для того, чтобы открывать новые возможности, открывать и рождать новые энергии бихина журботы во времени, на полях, на своих бихмуху машарбота, вибрационных активных сонастройках для того, чтобы максимально реализовать себя. Лихмиты масантимиды машарбата. И действительно, бихмиты журботы, каждое время оно особо ценно, бихина масанта машарбата, и в данном случае бихина курмашкода, данный инструмент именно в этом времени активно выстраивает работу, только потому, что здесь учитываются всевозможные формы для того, чтобы максимально саккумулировать энергию. Лихмиты машарбата, здесь учитываются бихина курмашкода, формы ДНК, растения, которые на сегодня имеют определенную способность рождать в женщине определенную энергию, бихмиты машкады, зарождать свои плоды. Лихмиты жукоды развивают женскую суть в основе бихмашкады по определению ДНК. Лихмиты машурбашукоды. И растения, которые используются, бихмашарбата яблоня, яблоневый цвет, михина машурбашкоды, сам по определению на земле работает для того, чтобы организовать физические, энергетические потоки. Все, что связано бихмиты машкады с женским раскрытием, в том числе и с плодоносением, и зачатием бихмиты машкады, и с развитием здоровья, то есть гормональной базы. Лихмиты масантимины машурбошурботы. И май месяц сам по себе несет определенные формы того, что все, что закладывается в определенном времени, то на бесконечную энергию трансформирует потоки и, соответственно, сотворяет во времени на бесконечный процесс. Бихина машурбашкада. Поэтому этот инструмент во времени особо важен. По определению времени, бихмиты машурбашкада, по определению дат, бихина курмошурботы, сами по себе даты говорят о том, что мощно, структурно, качественно выявляются новые формы работы, соответственно,
соответственно, здесь учитываются еще и кармические связи, которые также переводят в качественную рабочую структурную форму бихинамасантамашрабат, потому что есть показатель, например, женщина не может обрести плода только из-за того, что есть какие-то кармические недуги неотработанные, бихмитамашрабата, либо не производится зачатие по каким-то кармическим эмоциональным показателям, рихмитамасантамашхар. Поэтому этот инструмент помогает во всем бихмитамашкан проявить женские структурные формы, проявить состояние плода, бихмитамашкана проявить состояние функциональности работы организма, бихмитамашрабата, тоже кода. То есть это женская энергия, которая способна сотворить, митожукурбота возродить новые бихмашкана жизненные способности по разным направленностям бихинамашрабата. И эти направленности, они будут через этот инструмент михинамашрабашкарбата, через те кодовые показатели, которые вы будете фиксировать индивидуально, естественно, раскрывать возможную стать. Я сейчас задам вопросики Хамиле, чтобы открыть этот инструмент более подробно и глубоко, чтобы у вас было понимание по работе с этим инструментом. И первый вопрос, кому рекомендуется пройти этот курс? Лихмитамасантамашхарбата. Абсолютно любой особи женского пола бихмитамашхарбашхарбата для того, чтобы раскрыть свой энерговозможный потенциал в работе физической возможности, в работе эмоциональной возможности бихинамасантамашхарбата и раскрыть самые активные процессы, которые на сегодня создаются временем. Дихмитамашхарбата. Это в эмоциональной составляющей, это в физической проявленности бихмитамашхарбата и в рождении новой формы энергии, в том числе и в плоде. Какие индивидуальные задачи на нем можно прорабатывать? Митамасантамашрабата. Индивидуальные задачи, я о них уже сказала, бихинамасантамашрабата. Если есть задача в состоянии зачатия, либо вынашивания плода, бихмитамашрабата, либо рождения чада в тонкой энергопоточности, в качественной форме, особенно если в плоде содержание имеется особь женская, лихмитамашрабата, это раскроет потенциальную работу в максимальные показатели, выведет михинамашрабашрабата и даст возможность максимально реализовать качественные тонкие энергии, которые во времени на сегодня создаются в пространстве, бихинамашакана создать в своих полях через этот инструмент, возможно, каждый бихинакурмашакода, и, соответственно, активировать эту работу. Бихмидамашакада. А коды могут быть индивидуальные. Это плодоносение, это зачатие, бихинамашработ хурбошужукода хада. Это раскрытие гормональной системы, бихинамасантужукурбошухурбота. Это раскрытие женских энергий в потоке нового времени. Картина создается руками и бумажной палочкой. Это новая техника, и в чем ее ресурсность? Бихмидамасантамашрабашхарбата. Это действительно новая форма подачи для вас, для проводника бихмидамасантамашрабата, для того, чтобы обеспечить максимальную возможность физической реализации, проявленность тут же в моменте. Бихмидамашрабат возвратить на клеточном уровне состояние активности поточного содержания той энергии, которая через инструмент возрождается. Бихмидамасантамашрабашхарбата на физической, на эмоциональной составляющей, на энергетическом уровне активности. Поэтому здесь участвуют чакральные зоны, то есть через пальчики, бихмитамашкан. Здесь участвует телесная форма через тактильное соприкосновение. Лихмитамасантиминамашкармошакоды. И ресурс заключается в том, что здесь же производится сразу. Лихмитамасамашрабата. То есть как только вы тактильно вступаете в энергосодержание поточности той бихмитамашкармошакоды, поточности, которая отражает физическую возможность, чтобы сотворить лихмитамасантамашрабата. И, соответственно, любой уровень ДНК, нейронные связи, бихмитамашрабата, память клетки является основным участником для того, чтобы воспроизвести лихмитамасантамашрабата. И здесь телесная форма очень быстро активирует эти поля после настройки, потому что в большей части работает на телесное восприятие лихмитамашрабата, чтобы возродить гормональную базу на более тонкий уровень состояния взаимосвязи, работы в состоянии поля бихмитамашрабата, чтобы возродить новую энергию жизненной способности в яичниках, например, бихмитамашкарбашабад, это создает молодость, либо плотность состояния, это создает ресурс, михинамасантамашрабашработа, либо энергию поточную, которая в 4D-программах на сегодня воспроизводится, и за счет ДНК-системы бихинамашработа, инструмента, который используется, а в данном случае это яблоневый цвет, лихмитамасантамашрабашработа, это ДНК растения работает для того, чтобы
индексировать женские программы в новые формы, а реализовать максимальные возможности, потому что именно в это время подается аккумулированная энергия именно в это ДНК растений и проводит. Рихмита Масантамашкави, когда преобразуется уже материализация, когда выстраиваются эти поточные состояния на физическом элементе, естественно, это тут же преобразует свои возможные сонастройки, бихина курмашхода энергии начинает тут же в моменте активировать работу. Лихмида Масантамаша Жукурбота. Поэтому тактильность здесь очень важна. Бихина Машкурбош Рубота. И тактильность дает свои формы для того, чтобы физические элементы максимально включить в поток и в моменте. Здесь используемые материалы мелки, постельные, какую они несут энергию. Лихмида Масантамида Машкурбош Рубота. Что касается мелки, мелки как инструмент в использовании, бихинита маша кармашхада, либо пастель, бихина курмоша жукурбоша рубота. Это, естественно, лихмита масанта машрбата. Создает определенный баланс и гармонию для содержания. Бихмита машрбата сама по себе нейтральная система, функциональная по содержанию цветовых решений. Бихмита жукурбота, она гармонизирует, она аккумулирует энергию максимальной гармонии и баланса. Бихмита машрбоша жукурбоша рубота. И поэтому эти материалы, которые используются, они сразу фиксируют состояние гармоничной и балансирующей энергии на поток и, соответственно, сотворяют тут же действие. Расскажите подробнее о самой картине. Какую роль играет веточка с цветами яблони в картине? Лихмита Масанта Машрбата. Поле времени, ДНК, система бихина курмоша рубота, рабочего состояния растения на сегодня во времени у вас на Гае имеет свою функциональную форму. Лихмита Машрбата. То есть это растение запущено именно во времени, бихмашрбашрбата, именно аккумулирует энергию в энергосодержании на земле для того, чтобы содержать поля женской структурной энергии. Бихмита-машрбата, чтобы создавать плоды, плодоносения, бихмашрбота, чтобы создавать энергоклеточную работу в бихмита-курмашрбота, дабы яйцеклетку вырабатывать, митвашикады, дабы гормональную связь поддерживать в женском организме, бихмита-машрбота, дабы за счет рожденной женской энергии создавать матричные работы, лихмита-машрбата. Это растение функционально многогранно работает по всей территории на Земле. Лихмита-масантамишакрабат, поэтому плоды яблонь везде присутствуют, бихмита-машрбота, и в данном случае в данном инструменте яблоневый цвет бихина курмашрукода в ДНК растения несет работу раскрытия бихмашибата, раскрытие рождения женской формы, женской энергии, которая определяет по задачности, по определенному коду определенное возрождение бихмида машарбата. Возрождение по стати задач определяет ваш функционал, какой запрос на сегодня у вас, бихмида машарбата, зачать ли ребенка, возродить ли гормональную систему, бихина машарбата, возродить ли энергию женских потоков новой формы, лихмида машакан, потому что это ДНК растения, определяющий роль несет повсеместно именно по определению физической материализации. Лихмита Машкарбашарбата. Именно яблоневый цвет работает функционально во временном режиме для того, чтобы женские структурные, программные, энергетические системы собрать и, соответственно, воплотить в материализации. Бихмита Журбота. И эту материализованную систему, естественно, за счет ДНК растений, которые на Земле производятся, бихина Машарбата поддерживает в полях времени, бихина Курмашарбата Хурбота. За счет ДНК систем, поддерживающих энергии, сотворяется определенная задачность в основе бихмита курмош работы, и задачность определяется, естественно, жизненной способностью. Лихмида масантимина машурбош работы, и, соответственно, когда материализуется эта веточка бихина масантимаш работы, когда выстраивается этот яблоневый цвет в визуализации, соответственно, совершается инструмент, то есть он материализуется бихина шурбота, но он материализуется вашей поточностью, вашим полем бихина масантимаш работы, вашими кодовыми показателями, которые вы в потоке закладываете изначально. Лихмита Масантамашкарбата, и сотворяется материализация, соответственно, сотворяется момент. Михина Курмашрбота. Этот момент, когда реализуется инструмент в состоянии фактической основы, Лихмита Масантамашкарбата задает параметры уже на дальнейшее житие. Применяется серебро, фиолетовый, голубой и лазурит. Почему именно эти цвета? Лихмита Масантамашкарбата, потому что все цвета, которые в базовые системы включены в параметры данного инструмента, новой формы проявленности, бихина Масантамашрбата, несут за собой определение бихмашхарбата. Во-первых, лазурит – это природный энергетический бихмита журбот хурбота материал, который создает бихмита Масантамашкарбата активную работу с землей. Лихмита Масантамашкарбата активируется, соответственно, силу, мощь бихина Масантамашкарбата. И вся сопутствующая цветовая палитра, которая организована в состоянии инструмента,
естественным образом активирует сердечный центр, активирует энергию Абхини Машарбата, голубой цвет проводит активно по состоянию серебро, это божественная энергия, абсолют, Михмита Ужурбош Хурбота. То есть здесь участники абсолютно всех физических, энергетических целостных потоков для того, чтобы Абхини Машарбата через материализацию, через систему Земли наполнить себя и, соответственно, через ДНК растения вывести. Лихмита Масантимина Машарбош Хурбота. Также используется сакральная геометрия. Бихмита Масантимина Шкарбат. Используется семя жизни. Лихмита Машарбош Хурбота – это основа основ, это божественная энергия. Бихмита Машарбош Хурбота через восьмерку, которая также явно проявлена в голограмме, дает возможность бесконечно выстроить эту систему и, соответственно, совершить в своем действии. Лихмита Масантимина Машарбош Хурбота. Восьмерка, как вы все знаете, это бесконечный процесс, то есть вы рождаете эту форму энергии на бесконечные возможности. Вы рождаете новые потенциальные энергосодержащие Лихмиту Шкарбота ресурсы, которые будут вести вас через май, через этот инструмент, через ДНК-работу, через эту цветовую палитру Бихмашкан, через лазурит, который активно работает через Землю в состоянии мощи, силы, в направленности Бихина Масанта Машабата. И, соответственно, вы получите большую энергоемкую суть системы инструмента для возможности реализации. Лихмита Машакада. И по исполнению, когда уже система даст свои значимые результаты, то есть, соответственно, соберется матрица, соберется материализация Бихина Масанта Машабаш Хурбат. Соответственно, когда в вашем сознании определится этот уровень активности сонастройки, выдаст свою работу. Бихмита Машарбата. И работа будет заключаться в том, чтобы через кодовый показатель содержания задачи, которая будет иметься перед душой во время работы Бихмита Машарбата и сопровождаться Бихина Сантужу Курмош Хурбата. Соответственно, энергия начинает на нейронных связях, на осознанностях, на эмоциональной составляющей, на телесной форме проявляться тут же. Бихмита Машарбаш Хурбата. Этот инструмент очень быстро работает, этот инструмент очень емкий Бихина Машарбата для того, чтобы взрастить новые показатели тонкой поточности энергии Бихина Машарбата, что очень важно сегодня для женской структурной базы и для телесной формы, и для энергетического потенциала. Лихмида Машарбата. Но этот инструмент в большей степени работает как функционал именно через телесную проявленность. Михмита Машарбата. Это когда яйцеклетка заполняется новой функциональной энергией. Бихмита Машарбата. Когда она может выдать жизненную способность, то есть совершить их нужен будет активацию плодности, зачатия. Лихмита Машарбош Хурбота. Когда яйцеклетка возрождается, система гормонально начинает по-другому, возможно, работать. Мита Масанта Машарбота. Это ваше здоровье, это ваша молодость, это ваша красота. Бихмаша Машарбота. Это энергия клеточных мембран, которая также работает с активным коллагеном, соответственно, активирует возможность тела на максимально качественные показатели. Лихмита Масанта Машарбош Хурбота. Инструмент в большей части создан для того, чтобы через телесную проявку Михмита Карбошкода максимально реализовать ту жизненную способность энергии, которая сегодня подается в матрице. Лихмита Машарбош Хурбота. Главным источником является, естественно, ДНК-носитель Бихмита Машарбош Хурбота. Это древо Ку Бихмата Машакада, которое абсолютно распространено на Земле. Лихмита Машарбош Хурбота, где выстраивают абсолютно свои функциональные инструменты в виде плодов и вкушая человеческая особь Бихмата Машарбота, естественно, через этот плод возрождает эти жизненные способности, эти плодности, эти Бихмата Машарбош Хурбота. Это жизненные энергии, которые на сегодня особо через ДНК работают. Лихмита Масанта Машарбат. Поэтому этот инструмент для создания будет Бихин Машарбота, естественно, работает через индивидуальные коды Бихин Машарбата, он будет собираться через поточные коды для того, чтобы реализовать максимально качественную материализацию Бихина Курмоша Кода. Он важный по определению форм Бихмита Камасанта Машарбата. Если вы не обладаете, например, активатором на сегодня Бихина Курмоша Кода творческими элементными работами, то есть Бихина Камашарбата, вы даже можете себе активировать эту возможную энергию Бихмита Машарбата, просто яблоневый цвет в своем пространстве содержать, именно в этой временной основе, потому что время очень важное по ДНК-системе. Лихмита Масанта Машкан. Ну, естественно, сотворение – это ваше поточное состояние, это ваша телесная, энергетическая, монадическая выраженность. Михмита Жирбат. Это вам соберет очень большие, качественные, функциональные, всевозможные ресурсы Бихина Курбош Хурбота для того, чтобы саккумулировать на ваши возможности и способности согласно вашей вибрационной формы. Лихмита Масанта Машкан. И, соответственно, выполнить задачу. Лихмита Машкан. Уникальный инструмент, интересный инструмент, красивый
любой инструмент. Михмитом Шкурбашу Коды. Возможно, абсолютно для всех определяющих форм. Лихмитом Шурботы, дабы возродить новую жизненную способность по определению своих функциональных форм. А женщины, что важно? Бихмита Шукады. Важно здоровье, важна красота. Бихма Шурботы важен ресурс клеточной энергетической способности, чтобы содержать свой аватар на долгие-долгие временные основы. Бихмитом Асантама Шкады. И сотворя такой инструмент, Михмитом Шурбашурботы, и помогает активировать, естественно, зачатие и плодность, создает жизненную способность. Михмашкан создает новую энергию, которая дальше будет вас вести до конца бытия. Лихмит Машарбат, поэтому применяйте этот инструмент, сотворяйте его. Бихмит Курмашурбот, он действительно несет красоту, он несет жизненную энергию в основу каждой клеточной функциональной формы работы. Бихин Масанта Машарбат, он действительно проявляется в сердечном центре, в осознанном восприятии, выводит целостное состояние. Лихмит Машарбат, ну и молодость и красота для женщины — это приоритетные базовые составляющие. Лихмит Машахада, поэтому добро пожаловать, Бихин Курмашурбот, рассчитывайте этот инструмент и сотворяйте в своих возможных формах. Ну что, дорогие девочки, я вас приглашаю. Елена Петрушина проводник. До 23 по 25 мая. За 3 дня будет собираться этот инструмент, будут выданы индивидуальные коды. Но инструмент сам по себе очень красивый, такой очень изящный, очень поточный. Мы всех приглашаем.